давних пор гонки и ралли занимают почетное место среди компьютерных игр. Приятно мчаться вперед и смертельно рисковать, зная, что в случае чего можно остаться живым и здоровым и просто начать гонку сначала. На пороге нового тысячелетия любимым развлечением человечества стали гонки в виртуальном пространстве. К услугам гонщика несколько видов автомашин, и каждая модель имеет свои достоинства и недостатки. В каждом заезде вам нужно прийти первым к финишу, а для этого нужно просто-напросто уничтожить всех, кто едет впереди. На трассе гонок нередко встречаются значки. В этих местах ваша машина может рвануться вперед, затормозить или пополнить свой боекомплект. Умелое использование значков в игре – непременное условие победы. А основным ее достоинством является отличная трехмерная графика.